9 минут на взлом любого смартфона. Следственный комитет России закупил новое оборудование из Китая. Два так называемых волшебных куба. С их помощью криминалисты будут расшифровывать историю сообщений в Telegram, Skype, Viber и других мессенджерах, получать данные из Facebook и Twitter, а также автоматически извлекать из смартфонов информацию о владельцах, их имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Пользоваться волшебными кубами планируют пока при расследованиях в центральных и восточных регионах страны, в том числе и в Красноярском крае.